Друзья, добрый день! К нам сегодня приехала гость из города Актюбе. Скандагача. И вы знаете, я бы хотела показать ее очень хороший результат. У нее проблема витилиго. Но смотрите, никто не знает, что у нее витилиго было, потому что она, оказывается, не сделала фотографию. На лице у нее были, оказывается, белые пятна, как на руках. Вот. И я очень прошу, друзья, пожалуйста, делайте фотографии до и после. Скажите, через сколько времени у вас прошли пятна на лице? У меня через неделю прошло на лице, а вот эти у меня старые, они постепенно проходят. Представляете, человек принимал 5 дней, и у него прошли вот эти пигменты. Об этом даже подтвердит ее близкая подруга. Да, не подруга, сестренка. А, вы сестренка. Жанна Ширна меня. Она в прошлом году приезжала к нам в гости. У нее вот здесь вот остатки есть, белые были. И ага. Здесь все белые были. Да? Когда она в этот раз через год приехала, смотрим, у нее нету. Вот смотрите, у нас есть только один свидетель. Один свидетель, ее сестра. Пока. Пока. Гости из Актюбе, город Алмата.